Всем привет, ребята! И это урок по музыке. Меня зовут Екатерина Николаевна. И это группа 5-6 лет. Посмотрите, ребят, что у меня такое есть. Колокольчик. Динь-динь-динь, звенит звонок. Начинаем наш урок. Так. Давайте мы с вами приготовим наши ладошки и вспомним наше приветствие, да? Поехали. Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп! Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! Пухленькие щечки! Плюх-плюх-плюх! Здравствуйте, губки! Здравствуйте, зубки! Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! Здравствуйте, гости! Здравствуйте! Отлично! Давайте теперь под музыку. Ладошки приготовили наши. И здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп! Здравствуйте, ножки! Пальчиковую игру. Как мы превращаем наши ручки в маленьких мышек, которые залезают на большие, высокие часы. С самого низа наклоняемся и показываем пальчиками. Мышь полезла в первый раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом! Мышь скатилась кувырком в самый низ падает. Вы наклоняетесь в самый низ. Второй раз полезла мышка. Мышь полезла второй раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом. Мышь скатилась кувырком в самый низ. Теперь третий раз полезла мышка. Мышь полезла в третий раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом-бом. Вы можете над головой хлопать вот так. Мышь скатилась кувырком в самый низ, а от себя кулачки крутим. Давайте теперь попробуем. С самого низа наклоняйтесь вниз, пальчики до самых щиколоток достают, нашу спинку как раз прогнем. Так, давайте, полезла мышка. Мышь полезла в первый раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом. Мышь скатилась кувырком. Полезла. Мышь полезла второй раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом. Мышь скатилась кувырком. Упала. Теперь в третий раз полезла мышка. Мышь полезла в третий раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом-бом. Мышь скатилась кувырком. Упала мышка. Так, ну она у нас такая настойчивая мышь, поэтому она полезла снова. Поэтому считаем заново. С первого раза. Еще разочек. Мышь полезла в первый раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом. Мышь скатилась кувырком. Упала. Второй раз полезла мышка. Мышь полезла второй раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом. Мышь скатилась кувырком. Мышь полезла в третий раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали бом-бом-бом. Мышь скатилась кувырком. Ой, упала мышка и думает, не полезу я больше на эти часы. И ушла. И больше не стала сегодня. Сегодня не стала подниматься на большие часы. Молодцы, ребята.
А теперь давайте мы с вами сделаем дыхательную гимнастику. Представим, что перед нами 4 зажженные свечи вот так стоят ровно, большие такие свечки, да? И мы будем задувать их. Значит, что мы делаем? Мы животик втягиваем в себя, туда, внутрь, так, но не сильно, не так, чтобы такого состояния, нет, нет, потихонечку. Животик в себя, если голова кружится, ничего страшного, это значит, вы правильно берете дыхание, все работает правильно. Плечики у нас не поднимаются, они ровненько стоят. Носиком вдох, живот в себя. И вот такие 4 выдоха делаем. Живот в себя. Еще. Молодцы. Еще разок. Молодцы. А теперь делаем насос. Поднимаем у нас наши ручки вот так вместе друг на друга. Положили. До носика поднимаем. Один выдох. Плечи на месте, живот в себя. Внимательно. Вдох носом. А теперь 2 выдоха. Не забывайте, что за счет одного дыхания мы делаем 2 выдоха. Не набираем каждый раз дыхание. Нет, 1 вдох. 2 выдоха. Поехали. 3 выдоха. Еще. 2 вдоха, 1 выдох. 2 на 2. 2 вдоха, 2 выдоха. Молодцы, отлично позанимались. Теперь гимнастика для артикуляционного аппарата. Пожалуйста, делаем у нас вдох такой небольшой. И при этом у нас шарик залетает в щечку. И в другую перебегает. Угу. Теперь представляем, что у нас вот тут вот такой вот уточки клювик. И мы его поднимаем вверх-вниз. И кружочек поехали. И в другую сторону. Мамочки, не забывайте делать с вашими ребятами. Обязательно им нужен живой пример. Делайте это также перед зеркалом. Ну, конечно, не во время урока. Хотя, если у вас есть маленькое настольное зеркало, тоже будет очень даже хорошо. То есть они смогут и видеть преподавателя, смогут видеть маму и смогут смотреть на себя в зеркало. Потому что вот это круговое упражнение чаще всего очень трудно дается. Ну, не у всех, конечно, кому-то легко сразу. Хорошо, ребят. Так, теперь давайте вспоминать. Какой у нас с вами, какая скороговорка была, ребят, вы помните? Про мышек, да? Мышка у нас пальчиками бегает, и про мышек у нас скороговорка. 6 мышат в камышах шуршат. Ну-ка скажите. 6 мышат в камышах шуршат. Быстрей. 6 мышат в камышах шуршат. 6 мышат в камышах шуршат. 6 мышат в камышах шуршат. А теперь можно хлопать и говорить. 6 мышат в камышах шуршат. 6 мышат в камышах шуршат. Так вы сможете темп ускорять, да, за счет хлопков. Теперь чуть быстрее. 6 мышат в камышах шуршат. 6 мышат в камышах шуршат. 6 мышат в камышах шуршат. Молодцы! Теперь давайте вспоминать, сколько нот на свете живет. Нот на свете ровно 7, и они известны всем. Давайте споем. Нот. Вдох. Нот на свете ровно 7, и они известны всем. Вдох. До, ре, ми, фа, вдох, соль, ля, си, до, вдох, до, си, ля, соль, вдох, фа, ми, ре, до, повыше, вдох, обязательно сейчас носом берем, до, ре, ми, фа, вдох, все.
все нотки знаете. Не забывайте про то, что каждую нотку мы с большой любовью гладим голосом. До, ре, ми, фа. И все тоньше становится соль, ля, си, до. Самая высокая нотка. Обращайте внимание на звуковысотность, они разные. Хорошо, теперь давайте споем такую песенку. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Вдох, не забывайте плечи на месте. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Одна вверх нотка. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Если вы взяли вдыхание сейчас как я ртом, ничего страшного, это тоже нормально, мы дышим и носом, и ртом. Просто носом более нагрузка такая на легкие, сложнее. Мы специально для усложнения это делаем. Хорошо, вдох. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Еще. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Молодцы, ребята. А теперь давайте попробуем с вами нашу песенку спеть про ежика, да? Какие у нас там слова? С барабаном ходит ежик, бум-бум-бум. Целый день играет ежик, бум-бум-бум. Целый день играет ежик, бум-бум-бум. Теперь давайте попробуем. Так, я пою, а вы пропевайте бум-бум-бум, при этом хлопая в ладошки. С барабаном ходит ежик, бум. Бум-бум-бум, барабан в саду забыл он, бум-бум-бум, очень яблоки. Вот с этого звука и очень яблоки любил он, бум-бум-бум, барабан в саду забыл он, бум-бум-бум, барабан в саду забыл он, бум-бум-бум. Берем маракасы. И поем и мелодию всю простукиваем маракасом вместе. И сначала с текстом, с барабаном. И с барабаном ходит ежик, бум-бум-бум. Целый день играет ежик, бум-бум-бум. Целый день играет ежик, бум-бум-бум. Поем и шумим. Очень яблоки любил он, бум-бум-бум. Барабан в саду забыл он, бум-бум-бум. Барабан в саду забыл он, бум-бум-бум. Молодцы, ребят! Ну что, получается у вас? Я очень рада, уверена, что 100% у вас все получается. Ну что, мои хорошие, давайте теперь вспоминать, какие у нас есть два сеньора. Грустный и веселый. Как зовут нашего веселого сеньора? Радостного, счастливого, солнечного. Музыка всегда веселая. Что это за сеньор такой? Сеньор мажор. Так. А как зовут? Опа, вот так. Грустного сеньора. Грустного. Как зовут? Печального. Из глазок слезки льются у него. Сеньор
Минор, братец минор, правильно. Ребят, а теперь давайте чуть-чуть разомнемся. Вставайте на ножки. Будем с вами идти по кругу, хлопать в ладошки, когда вы слышите мажор, то есть радостную, веселую, энергичную музыку. А когда вы слышите сеньора минора, дождик пошел, садитесь на корточки и прячетесь в домик. Давайте так поиграем. Вставайте. Можете с мамой, папой, всех зовите, вместе играть. Хлопаем в ладошки. Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнатку. Мы захлопали в ладошки, очень рады солнышку. Идем по кругу, хлопаем в ладошки, музыку слушаем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята, кто это? Сеньор минор пришел, дождик капает, прячьтесь скорее, прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь. Никого не должен намочить дождик, никого. Все спрятались в домике, как актуально-то, правда? В домике все спрятались. Так, а теперь солнышко, карантин закончился, ура! Идем по кругу, смотрим солнышко. Пошли по кругу. Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнатку. Мы захлопали в ладошки, очень рады солнышку. Вот такие молодцы у меня ребята, идут по кругу, хлопают в ладошки. Молодцы, отлично, похлопайте себе. Вот как здорово, отвлеклись от экранов, да, отвлеклись, чтобы глазки наши не болели. Теперь давайте мы с вами послушаем музыку французского композитора Камиля Сен-Санса. Камиль имя, Сен-Санс фамилия. Карнавал животных. И будем угадывать, какое же животное зашифровано в этой музыке. Ну-ка, послушайте. Все, ребят, ну-ка давайте подумаем, кто это мог быть. Подсказку давать? Это были птички. Какие-то птички, которые вот так ходят. Вот так вот. Крылышками машут. Ой, сколько прекрасных вариантов. Вот это у вас воображение. Классно. Но так как это были птички, значит, это не зайчик, не мышка и не комар. Да, на голубя похоже, но это кто-то такой более важный. Такой вот ходит. О-о-о, говорит. Это были куры и петухи. Куры и петухи, ребят. Курочка там вначале прям вот так вот скрипочка делала. Очень похоже. Здорово, ребят, молодцы. Не забывайте, пожалуйста, учить слова песни. На этом я с вами прощаюсь, говорю вам пока-пока. Вы сейчас можете отдохнуть, покушать, а в 16 часов вас ждут сказки тетушки Кристины. И не забывайте отмечать наш садик «Ступень онлайн» в своих лентах и в своих страничках. Нам будет очень приятно. Ну что, ребят, рада была вас видеть. И говорю пока-пока, встречаемся с вами в пятницу.
До новых встреч!